Программу «Торжеств» 9 мая распланировали до позднего вечера. Заключительной ее частью стал концерт в парке «Новой культуры», где звучали патриотические песни. Концерт организовали творческие коллективы города и окрестных поселков. Со сцены исполнили советские и современные произведения. Зрителей собралось более 200. Посетителей парка поздравляли с Днем Победы и раздавали красные гвоздики. Финальным аккордом торжества стал праздничный салют. Сотни ярких фейерверков запустили в небо, едва стемнело.